Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисан. Мы продолжаем играть на серии Poké World Special, и сейчас мы находимся в моем доме. Ребята, смотрите, я уже тут... Да кто тут вечно двери открывает? Так, шпионы, там шпионят за нами. Ребят, смотрите, как я уже второй этаж себе оборудовал. Конечно, он еще не достроен. Я хочу, ребята, вот тут сделать огроменный нафиг камин. Чем... Смотрите, это чё за хрень, ребята? Смотрите, сколько на этом сервере спавнится покемонов. Тупо посмотрите на карту, просто посмотрите. Это просто с ума сойти. А если вот так смотреть на карту, то это вообще сдуреть можно. О, офигеть. Капут. Ну, сейчас вот показы, ребята, тем, кто говорит, что мало покемонов спавнится. Так, ребята, пару новостей. То, что сегодня же у нас 29 декабря. А 30 декабря же большие розыгрыши, поэтому, ребята, у вас есть один день, чтобы купить пропуск на сервер и зайти сюда и поучаствовать в розыгрышах, да. Потому что тут будет 30 декабря разыгрываться много, ну, как много, в меру легендарных, шайни, может, легендарных, покеболов, мастерболов, конфет и шоколадок всяких и все такое. Поэтому, ребята... Сразу идем покупаем пропуск, ставим лайки, в каких нафиг комментариях, в описании есть информация, как вы можете купить пропуск, что вам нужно сделать, чтобы сюда попасть. Также, ребята, вы можете попытать удачу и 30 числа, то есть завтра, попытаться выиграть бесплатный пропуск на сервер. Потому что завтра, как было запланировано, у нас будут разыгрываться 5 бесплатных пропусков на этот сервер. Как, вы спросите, как мне подать заявку? Ребята, в описании тоже есть тема, куда вы можете зайти, посмотреть, прочитать все, что там написано, и подать заявку, и попытать удачу, и может 30 числа именно вы выиграете бесплатный пропуск на этот сервер, да? И потом, если еще попадете на сервер, то может еще и бесплатно выиграете легендарного покемона какого-то. Ну вот, ребят, смотрите, какой домик я построил, то есть тут еще камина не хватает. Сейчас мы, наверное, пойдем не сделаем, а добудем себе глины, чтобы сделать кирпичный камин, потому что я хочу кирпичный, а не какой-то другой. Так, стену я тут замуровал, чтобы не заходили ко мне. Тут есть любители вот экскурсии проводить, наверное, потом собираются. Так, а вот тут у Эдисона кухня, там второй этаж, ла-ла-ла-ла. Кто это мне опять покеболов накидал? А там второй этаж, а там у него туалет, всегда заходят. Я же поставил себе умывальник там, ну, по приколу с мода, да? Есть такие любители, которые заходят и тупо крутят кран, открывают воду, включают воду и все такое. Поэтому, ребята... нужно потом как-то себе по-другому дом будет сделать. Второе, ребята, то, что сделалось, это наконец-то, ребята, уже... Я не люблю вот этих шпионов, которые за мной ходят туда-сюда, которые тупо ходят и следят за мной. Да иди ты нафиг, а. Вот зараза. Вот, ребята, наконец-то достроилась арена. То есть тут еще нужно потом будет вот это все по-другому как-то сделать. Вот эти горы, то тут они как-то хреново сделанные. И еще нужно будет тупо посадить везде деревья, чтобы было немного красивее. Так, ну вот, ребят, такую арена вообще нереально большая получилась. Я сразу же говорил строителям, да нахрена вам такую большую арену строить, то хрен вы ее достроите. А не, мы ее достроим. Ну да, они достроили спустя 3 месяца или 4, да, они ее достроили. Ну, в последние дни уже я тут помогал вот это все делать. Так, давайте тут пробежимся по кругу, что тут. Ну тут, в принципе, вот такая круг вокруг арены. О, тут у нас кто? Продавец или... Да, это продавец, походу. Это не покемон, ребята, это статуя покемона. А точно, тут можно же статуи покемона делать. Так, а ну давайте-ка я посмотрю, как она там называется. Или... Я не помню, как называется вот тот блок. Ну, что-то вот такое. А дальше я не помню, хоть убей. Но что-то в этом роде, то есть... Вот, чизел. Опа. ну, понятно, да? Чизл что-то не чизл. А, нет, вот видите, создалась статуя. О, а это что за хрень была? Так, давайте ваниш. Или когда я... Нет, я уже напугался. Так. Только не говорите, что сейчас нельзя вот это удалить.
А то я понаспамил тут абр. Ну ладно, сидите. А то, если честно, даже не знаю, как вас удалить. А, понятно. То есть, ребята, так можно, знаете, не знаю, тут Мьюту. Вот, стоит себе Мьюту. Громила. А чё Тлабел? Ша... О, нифига себе, еще и Шани можно. О, не... Еще и белый можно. За... Ах, я хочу себе статую Мьюту. Да... Опа, ребята. О, знаете что? Ребят, может еще будем разыгрывать статуи покемонов? Если кто-то дома хочет иметь, допустим, допустим, Мьюту как статую. И шайни, и обычный, и золотой. Там есть разные статуи. Так, а ну, ребята, давайте попробуем, ну, хренакс там, допустим, Гроудон. Охренеть, он сам по себе энормус. О, маленький Гроудоша, я хочу Гроудоша. Это, ребят, как это охрененно, вот так дома статую такую иметь. А ну, допустим, это шайни, да? Вот, прикольный. Это окаменелый, по идее. Я не знаю, что он хотел. Я сейчас увидел и решил. Так, ну вот, ребята, а еще какие тут? Золотой, я хочу золотой. Золотая статуя. Бронзовая есть. Серебряная есть, это вообще охренеть. Босс Ред, Грин. Охренеть. Так. Подарки будут 30 числа. Так, ну что, офигенный вот этот итем. Так, давайте дальше. Будет. Так. Сейчас, о, давайте, знаете, что еще? Бэм-бэм-бэм, Fireworks, или как там, Fire Херайер, или как он там называется, я не представляю, как он называется. Fire, или не Fire, фейерверки взять. Они вообще тут есть? А я не помню, есть ли они, ну, в принципе, по идее, должны же быть, но я не представляю, где они, я никогда вот этим не пользовался. Магма, фейерверки... Ребята, где фейерверки? Или я их не вижу, или их тупо нету. А хрен его знает, ребят. Но по сути дела, если вот так фаер, да, то тут вот эти все хрени есть, а фейерверка нету. Ну, ладно. Так. Ну, много людей, чтобы не все получили. Так, ну что, ребята, вот такая арена у нас огромезная получилась. Конечно, тут еще много места, можно потом еще что-то будет другое придумать. Ну, вот тут, ребята, можете турнир... Так, это сначала выключим. Может, и турниры будут проводиться. Вот, например, один кидает отсюда, синенький. Потом отсюда еще один кидает. И вот все такое. Ну, вот такая, ребята, арена. Тут у нас что? Тут у нас, ну, для зрителей, походу. Это же не я строил, поэтому хрен его знает, ребята. Тут еще куча места, то есть трибуны, да. И вот так сидеть, посидим, опа-опа, и пошли дальше, да. О, знаете что? Так, и, а может, ребята, тупо на арене, на входе, вот, например, где-то вот, хрен его знает. Так, давайте, ребята, включим геймодишку, как-то поприличней тут сделаем.
Вот так, допустим, да? Или не вот так, а, например, вот тут. Во. И тут, ребята, давайте заспавним. Да твою ж фуражку! Ну, то есть оно работает, но почему-то иногда вот такая хрень вылезает. Не понимаю, почему. Да, например, хрен его знает. Гроудон, да? Гроудон. Апдейт. Вот, такой сойдет. Да и не нужен нам дождь. Так. Микроскоп, апдейт. А что это такое? Лейбл. Лабл. Вот, золотой гроудоша. Так, где у нас начинается? Вот тут у нас начинается. Ай, ща. Гейммод. Да, вроде правильно. Вот тут, вот тут. И вот туда. Сейчас. Тут, ребята, давайте. Так, где я это заспавнил? Ага, понял. А тут давайте. Ну, фиг его знает. Брум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А Айкваза как будет выглядеть? Она же в полете. А ну, поменьше. О! Original Shiny Stone Gold. А прикол. Но мне кажется, лучше не Райквазу, потому что она летает как-то не очень смотрится. А Кёгр. О, это тоже прикольно. Но мне кажется, лучше его побольше сделать. Он же не такой большой, как... Во, другое дело. А прикольно смотрится. То есть такой, знаете, стадион и там боссы всякие. Ну, не боссы, а такие статуи на входе. Так, ну что, ребята, давайте быстренько полетим туда. Speed 10. Я хочу, ребята, во-первых, быстро полететь к дому вот тут, посмотреть, есть ли тут еще кто-то. Шайни, хотя бы обычную Риолу. Тут ее вообще вроде нету. Так, это бы выключить, а то еще. Вот. Тут кто живет? Кто живет? Леопольд. Тут кто живет? Ну, а тут? Ну так я об этом и говорю, что на сервере только одна Риолу. Она сама по себе не спавнится, а делается с помощью двух дито в ферме по спариванию. Так, о, вот тут никто не живет, ребята. А тут что, кто-то... Нет, тут никто не живет. Так. Вот, отлично, ребята. Ну, поэтому и говорю, что Риолы на сервере нету. Только одна штука. Так, ну что, ребята, мы сейчас можем разыграть вот этот дом. Мы можем разыграть парочку статуй покемонов, как я уже научился делать, да? И еще кто-то. И что еще? Ну, дом, статую и Шани. Если я сказал одну, значит одну, а не 5 и не 10. Я заспавнил одну, но не тот человек словил, которому я заспавнил. Потом, может, и можно будет. Не я решаю. Так, ребята, ну что? Дом. Я не знаю вообще, кому дом на этом сервере нужен уже, или во всех, или у всех есть, или просто половь, да закройся ты там. Но не всем он нужен, вот этот дом. Поэтому, ребята, давайте сначала.
Давайте сначала. О, точно, давайте Ларвесту или Сандила разыграем. Как раз нормально. Давайте тогда идем на спаун. Розыгрыш покемона на спавне. Жду 2 минуты на сбор. Да, жду 2 минуты на сбор. Чтобы все тут были и у всех был шанс словить покемона. Опа, Райкваза. Тут, в принципе, спавнится легендарный. Может, он его купил, а не задонатил. Фиг его знает. Фух, так. Ждем, ребята, 2 минуты, пока они соберутся. Вот это логика. На спавне. Где на спавне? Да, ну это... Я сказал уже на спаун. Значит, вот спаун. То есть вот этот круг, это спаун. Не спаун весь. Спаун тут... Ребята, я так заприватил, что спаун тут начинается вот отсюда. Вот. Вот. Идет. Идет где-то до сюда. Вот это спаун. То есть это вся территория запривачена под спаун. Ну, понятно, понятно, что не за 5000 блоков где-то тут будет разыгрываться. Да, вот тут. Ладно, что, все тут, не все тут? Походу все. То есть, кому нужно, тот пришел. Спавним. Допустим, давайте где-то вот тут. Покеспаун. Покеспаун. Давайте 3 разыграем. Сандил, Ларвеста. Давайте Ашавота. Ашавот Шайни, первый уровень. Потому что если он заспавнит сразу там 30-м, то это хреново. То есть так у него статы все... Ой. Статы все по нулю, поэтому они смогут прокачивать его как хотят. Ну вот, один уже вступил в бой. В то время, как он там ловит, чтобы не ему досталось. Покеспаун, Сандил, Шайни, первый уровень. Так, еще. Тому чуваку я уже не позволю вступить в... Так, пока он тут ловит, давайте быстренько вот тут. Быстренько вот тут. Тут покеспаун Ларвеста. Шайни, первый уровень. Ну вот, ребята, разыграли мы 3 нормальных покемонов. Шайни Ашавотишка, Шайни Сандилушка и Шайни Ларвестушка. То есть 3 покемона. Я не разрешаю ловить одного и того же. То есть должен быть для всех покемон. То есть для каждого. А не если один чувак успел и одного, и другого, и третьего словить, то все покемоны ему достанутся. Каждому по покемону. А не все сразу. Тебе. Куб. Так, ну что? Трех покемонов мы разыграли. 30 числа будет больше. Так, ну что? Еще дом. Кому бы дом разыграть? Точнее, кому он нужен. Ох. Давайте, ребят, я, допустим, число там, хрен его знает, 32, да, допустим, 32. Исключаем меня отсюда, с этого списка, исключаем Фроста с этого списка, исключаем еще одного я там вижу, исключаем Хайв 7, то есть он ему, поэтому ща, считаем, первый. Я не знаю, Кишкюба у него вроде уже есть дом, поэтому... Вака, я не знаю, у него тоже вроде есть дом. Кто забрал? 2 шайни. Так, пока идем, где дом? Вот тут.
Смотрим, у кого тут есть, у кого нету. Это кто? Нет, не ты, это босс, не ты. Он уже, походу, даже не играет, можно потом будет забрать его дом. Это кто? Не вижу. Вуд, нет, этот не нужен. Это тоже. Вот, да, у Кэшкьюба есть дом. Тут у нас Леопольд, а тут у нас... Так, понятно, тогда давайте. Иви 1, Вака 2, Нарусяк 3, Риди 4, Сват 5, Депу 6. Потом опять 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Вака Диджей выиграл дом. Так. Вака Диджей выиграл дом. Тебе он нужен? Если не нужен, то тогда кому-то другому. Будем сейчас разыгрывать. Так. Точно будешь в нем жить? Так, вот сюда. ТП. Сюда и сюда. Да. Позже. Так, выключим. Ваниш. Сюда какая... Да выключить этот спид, а то хрен что-то успеешь сделать с этим спидом. Это седьмой дом, да? Это седьмой дом, то есть... Регион Адмембер. Дом 7. Вот так, отлично. Добавили. Сюда сейчас. Дом принадлежит. Вот так. Все, дом твой. Ничего не ломать. Стены не переносить, только предметы, и можешь сделать себе подвал. Там спаун, ребята, идет еще на 200 блоков вниз, поэтому можно там миллион подвалов себе сделать, главное, чтобы это не было видно наружу. То есть и 300 блоков вверх идет или сколько там, то есть вы можете там себе 300-этажный дом сделать, но это просто будет смотреться, выделяться, да, а если подвал, то не будет выделяться. Так. Чё там? Территории на будешь разыгрывать? Не знаю, увижу. Так, ладно. Кому подарить статую любого покемона? Так. Чам. Так, ну давайте тогда всем подарим, что тут. Идите в свой дом. Каждый. Я буду тпхаться по очереди. Так, ну сначала давайте, кто там написал. ТП Кэшкьюб. Ага. То есть... Твой дом со спавна можно забирать. Какого покемона? Мьютушани вот здесь. Ладно, так уж и быть. Мьюту. Оу, ты чё, чувак? Может, он как-то... Вот, тут нормально, ну, Мьюту, вот, нормально, Шайни. Дальше кого? ТП, тебе какого? Сразу выбирайте место для статуи и сразу говорите, кого спавнить, куда я ты пэхнусь. Так, кого тебе, чувак? Крокодайла.
Шайни, золотой, серебряный. Так, сюда, да? Крокодай. Видно, чувак фанат крокодайла, потому что... О, а чё... Крокодайл. Так, ладно, сейчас посмотрим. Крокодил. А, два раза. Крокодайл. Вот он, отлично. Так, дальше. Кто там, ребята, по счету у нас идет? Ты. О, да у него уже Риолу стоит. Что? Что именно дам? Чё-то я... Так, с этой стороны Мьюту. С этой стороны Мьюту. Мьюту апдейт. Наверное, поменьше нужно сделать, а то он не помещается. Вот такой. Может, зло... Ладно, тогда обычный, если хочешь обычный, то тогда обычный. Вот. Так, сейчас, кто там по счету? Сват. Ну, он же сказал, что у него дома нет, куда он хочет запихнуть себе. Сват, так у тебя даже дома нету. Куда тебе статую ставить? Так, дальше, кто там был? Сват, Нарусиак, потом Риди, потом Фроста. Нарусиак, Риди, Фроста. Так, тогда ТП Нарусиак. Куда и кого? Так, ну у него тут домишки всякие. Он походу или ФК. Нарусиак, Риди, Фроста, да, запомнил. Ладно, очнется, тпхнусь. Нарусиак, Риди. Тебе куда статую? ТП, давайте тогда дальше. И тебе куда, Фроста? Ну, давай, ну сейчас тпхнемся к Нарусиаку. Артикуна Шайни. Артикуно. Шайни. ТП. Нарусиак. Кого Шайни Риолу он сказал? Риолу Шайни. Так, давайте побольше сделаем. Вот так. Кому еще? Ладно. Хайв 7 и ДП. Тебе куда и кого? Кого? Чего? А, ну он думает. ТП. Еще на один, так я же сделал. ТП. Сюда. Райкваза, да? Райкваза. Райкваза. Вот. Может тогда золотую или какую? Какую цвет? Кому еще там Хайв 7 вроде сказал?
черную шайни. Так. Босс, green, blue, original, shiny. Так, сейчас еще ТП. Почему никто золотую не хочет? Золотая — это же как бы премиум, премиальная, можно сказать. То есть выигрышное золотое место. Мне она нравится. Тебе куда? И кого? Нифига себе, у чувака тут офис. Статуэтки всякие. Вот эта хрень, я не знаю, как это называется. Хай всем. Вот уже ему кто-то подарил шайни трико. Кого? Пижамку. Шайни Риолу. Риолу. Сюда. Риолу. Но это тут ни хрена не смотрится, то есть не видно. Может побольше сделать? Нет, тут не смотрится. Опа! Вот это мелюзга, а? Так, кому еще там? Масс. Масс. Тебе куда и кого? Это, можно сказать, ребят, подарочки на Новый год, статуи. Ну? Давай, чувак, рассказывай, что у тебя, как дела? Ну? Ну, ща, ребят, подождем, пока она думает. Делает статую или нет? Какого нафиг Деда Мороза, чувак? Ты чё-то попутал или я не знаю? Ну. Я не знаю, что он там хочет, но... Куда ставить? Ладно, ща, пока там... Типа член семьи его, да, живет где-то. Так, кому там? Дальше. Да уберите вы. Куда? Давайте сюда, я не знаю кого. Может, да нет, Гроудошу будет слишком, мне так кажется. Может, Гроу... Стантлер. Ну, давайте Стантлер. А нифига себе, наверное, лучше вот этих оленей поставить Стантлера статуи. Это в миллион раз красивее. А я что-то раньше не додумался. А, ну может, я просто раньше не знал, что можно ставить такие статуи. Может, Шайни, например? О, золотой Стантлер. Или там, я не знаю. Красный. Ну, обычный, короче, да, и все. Да чё ты там бьёшься? Кто там? Так, ну что, давайте домой. Фу, ну что, ребята, давайте на этом уже заканчивать эту серию. Раздали мы небольшие подарки трех шайни покемонов, то есть Ашавот, Сандил, Ларвеста, разыграли один дом, раздали всем статуи, как новогодние подарки, но это не самые главные новогодние подарки, потому что самые главные новогодние подарки у нас будут разыгрываться 30 числа. Я уже, ребята, говорил, кто не успел, можете купить пропуск на сервер и потом попытаться выиграть какие-то легендарные покемоны. Хотя как попытаться, тут не так уж и много человек играет, чтобы попытаться. По ходу дела... Практически все выиграют какие-то подарки. Может, кто-то большие, кто-то маленькие. Но сама суть того, ребята. Или можете попытаться выиграть бесплатный пропуск на сервер. Он будет разыгрываться завтра 30 числа тут на сервере. 5 человек бесплатно попадут на сервер. И поэтому, ребята, участвуйте. Ссылка в описании.
Давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.